в так называемом круглом доме по адресу Довженко 6 бытует легенда о так называемом нечто. Было проведено расследование с участием жителей этого дома. Пару вопросов. Вы тут впервые? Вы впервые в этом доме? Вы комментируйте, пожалуйста, что вы делаете здесь. Ну, я сюда пришел по делам. Я не могу отсюда выбраться. Я подумал, где выход? Я, короче, зашел, шаву поел. Ну, вкусная очень. Ага. Слушайте, в этом здании, значит, будет легенда, что здесь обитает нечто. Как вы можете это прокомментировать? Да, я русский бал такой. Говорят там. Когда вы гуляли здесь, вы что-нибудь заметили подобное? Какую-нибудь энергию, возможно? Пор нормально? Хуй знает, я не специалист вообще-то, блядь. Не думал об этом. Ну, может, есть, я думаю. Ну, может, нет. Я ощущаю некоторые энергии, они связаны с кошками, которых я встречаю, и чувствую, что они предвещают некое ощущение, которое олицетворяет нечто. Скажите, вы видели нечто? Да. Если там две кошки. А можно задать вам пару вопросов? Живете в этом доме? Ну, у меня есть фотостудия. Не хочешь зайти? Mm-hmm. Я снимаю голых женщин. Ты как раз подходишь. Очень красивые волосы у тебя. То есть, да, у вас фотостудия, мы поняли. А скажите, вы слышали что-то о местной легенде? Тут есть нечто? Нет, тут есть фотостудия очень хорошая. И там, между прочим, ко мне очень часто красивые девочки заходят, но... Добрый день. Скажите, вы знаете что-то о нечто? Нечто. Я знаю что-то о нечто. Давно? Вечеринка. Вечеринка. Что вы делаете в этом доме? Давно вы здесь? Я не могу сказать конкретно. Ощущаю как будто вечность. Вы знаете, что там нечто, которое здесь обитает? О, да, 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 да! Определенно, да. Есть.
Я когда со школы иду, каждый раз его. Но она не трогает меня, и как бы хорошо, чё когда. Мы за вами. Это точно покажет тизер? Просто у меня есть свой как бы бизнес, и мне бы правильно было бы, конечно, немножко его пропиарить. Да, у меня есть бизнес свой. Вы видели нечто? Нет, нечто я не видел. Я просто фотограф. Ощущаю некие вибрации. Хорошо, а как это проявляется? Как вы понимаете, что нечто здесь? О, знаете, я ощущаю некоторое покалывание в моих гениталиях. Так как вы можете заметить, тут кольцевой дом. Угу, да. Это ассоциируется у меня с кругом сансары. В кругом доме обитает нечто, конечно. Угу. Do you speak English now? Yeah. Do you know the time from Amsterdam?